образцовому детскому коллективу фольклорному ансамблю «Ладанка» 25 лет. По этому случаю в Центральном дворце культуры состоялся юбилейный концерт, ставший итогом многолетней работы, творческих поисков и побед. Под руководством Светланы Королевой на вечере создавали атмосферу русской культуры, традиций и обычаев. Со сцены звучали слова благодарности, а артисты дарили гостям праздника концертные номера. Коллектив поздравила председатель Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Анастасия Кот. Я рада, что ребятам нравится заниматься народными инструментами, нравится петь фольклорные песни, и они не просто их исполняют, а они их чувствуют. Я от всей души, от главы городского округа Щелково, от Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково поздравляю прежде всего весь коллектив и руководителя ансамбля «Ладанка». Это Королеву Светлану Николаевну. Дети в «Ладанке» занимаются сольфеджио, сольным народным пением, народным танцем, фортепиано и народным творчеством. Коллектив – активный участник городских, окружных и областных конкурсов и концертов. В копилке наград ансамблю немало призовых мест. За 25 лет «Ладанка» собрала вокруг себя множество друзей, соратников и поклонников и продолжает знакомить зрителя с богатством русского фольклора. Мария Синина, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.